Туризм в Испании обычно ассоциируется с солнцем, морем и пляжным отдыхом. В северо-западном регионе Мурсии проект «Вирери» предлагает совершенно новый туристический опыт, который сочетает сельский туризм с экологическим образованием. С 2015 года проект предлагает не только место для семейного и группового отдыха, но и бесплатные водные курсы по таким темам, как пермакультура, возобновляемая энергия, экологические постройки, восстановление ландшафта и печи на солнечной энергии. Их отличительный знак – каждая деталь воплощает их приверженность устойчивому развитию и служит демонстрацией для посетителей, которые, если захотят, могут сами применить идеи Вирери. Помещения изготовлены из натуральных и переработанных материалов, которые не вредят окружающей среде. В экосаду находится огород, состоящий из органических фруктов, овощей и ароматических растений этого района. Помимо системы сбора дождевой воды, они используют естественную систему очистки воды с помощью подземных водно-болотных угодий. Также с помощью различных методов они вырабатывают экологически чистую энергию для собственных помещений. С момента запуска в 2015 году их смешанная бизнес-модель окрепла, но по-прежнему 90% клиентов являются региональными и национальными. Чтобы привлечь больше посетителей из-за границы, создаются новые предложения, такие как дегустация местных вин, посещение и сбор трюфелей с плантаций, а также система зарядки электромобилей. Кроме того, Вирери предлагает образовательные курсы и вступила в различные сообщества. Они также предлагают воссоздать подобную бизнес-модель в местах, где живут беженцы. Чтобы быть экономически жизнеспособными, уникальные проекты, такие как Вирери, должны быть инновационными, диверсифицированными и интегрированными. При правильном ценообразовании и интересных нишевых предложениях они могут создать успешный бизнес.